Сегодня мы со Станиславом Николаевичем сделаем все возможное, чтобы вам, дорогие ребята, жилось в нашем городе лучше. Мы знаем, что мы должны создать все условия, чтобы вы вернулись туда, где вы родились. Спасибо всем организаторам, которые сегодня подготовили презентацию о нашем замечательном, любимом, Богом данном городе, городе воинской славы Феодосии. Спасибо вам.